И последнее. В ноябрьске на базе спортивно-технического клуба прошли соревнования по фигурному вождению автомобиля среди семейных пар. Состязания проводили в два этапа. Теория – это тест на знание правил дорожного движения и практика. Каждый участник должен был преодолеть ряд фигур – змейку, въезд в бокс и смещенный коридор. Заняться было чем и присутствующим детям. Для них организовали мини-соревнования по управлению радиомоделями, мастер-классы по вождению квадроцикла и фотосессию. О том, как все происходило, в заключительной видеозарисовке выпуска.